Voilà les moteurs qui vont s'éteindre pour la présentation des équipes. Notre ami Franck, responsable du quart podium de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va éteindre. On va vous demander votre attention et d'abord la composition de l'équipe des Pays-Bas. Numéro 1, gardien de but, Chris Ekens. Numéro 2, Bart Hompes. Numéro 3, Stan Luijmans. Numéro 4, Stan Gillen. Numéro 6, Nick Evers. Numéro 7, Carlo Van Geldrop. Numéro 9, sans doute le meilleur joueur de cette formation. Вечер добрый. Buongiorno, signore. Numéro 10, Tommy Van Houten. Приветствую вас на заключительном сегодняшнем дне матче чемпионата Европы по мотоболу, который проходит в городе Вальрес, Франция. Чемпионат Европы, 31-й чемпионат Европы 2017 года, где встречаются команда страны, которая принимает этот чемпионат, команда сборная Франции и команда Голландии. Команда Голландии уже провела первую игру с Россией, проиграла 11-0. Французы проводят только первую игру на сегодня. Разрешите представить составы команд. Сборная Франции. Вратарь Кевин Плейн-Доус. Второй вратарь Жан-Марк Ландрел. Второй номер Дэвид Ферьер. Третий номер Джейсон Нюза. Четвертый номер Оливье Бонжо. Пятый номер Стефан Фрейс. Шестой номер Георги Гранжон. Седьмой номер Куэнтин Флоканта Флорес. Пятый номер Луи Маня. Девятый номер Рома Флонда. Тренер команды Жеральд Мейер. Команда сборной Голландии. Вратарь Айкенс Крис. Второй вратарь Томми Ван Хоутен. Второй номер Хомпенс Барт. Третий номер Лойман Стан. Четвертый номер Стан Хилен. Шестой номер Эверс Хек, капитан. Седьмой номер Ван Гельдроп Карло. Карло Ван Гельдроп. Восьмой номер Пол Тивен. Девятый номер Мел Лойцман. И десятый номер и тренер команды Вандер Кэмп Том. Звучат гимны команд. Aussi pour la France, notre sélectionneur Gérald Meyer, qu'on applaudit, nos mécaniciens Gilles Nalot et Mathieu Devier, qu'on salue.
On va aussi saluer nos арбитres avant la Marseillaise. Эннадия Макула у центра, avec Romain Франция. Клик, и puis à la touche, Александр Минавев и Александр Сосницкий. Voilà. Разрешите представить судей. Бригада судей 4 человек. Судьи в поле. Роман Кулик, Украина. Второй судья Геннадий Вакула. Трибуны приветствуют своих кумиров, сборную Франции. Во Франции очень любят мотобол, поэтому сегодня будет очень зрелищная игра. Разрешите добавить еще двух судей. Судьи на боковой — это представители России, Александр Сосницкий и Александр Минаев. Команда обменивается, проводит ритуал. Кто выбирает поле, кто мяч. Команды меняются полями. Надеемся, вы сейчас увидите красивую, замечательную игру, которую смотрят сегодня очень много людей, которые через промотобол РУ смотрят прямые трансляции через интернет. Также очень много зрителей. Вот я вижу, напротив меня находится трибуна, где находятся наши российские спортсмены и болельщики, от которых передаю привет всем нашим городам России, станицам, селам, которые любят и смотрят мотобол, которые переживают за своих воспитанников, друзей. Это вот город Видное, город Ипатово, станица Староминская, станица Кирпильская, город Ковров, да и много-много, город Тихорецк, от Александровского привет. Ну, у нас очень, Октябрьское село, Старопольское, очень много команд. Поверьте, вот кого не смог назвать, всем-всем вам нас горячий привет. И мы чувствуем, как вы вместе с нами переживаете за нашу команду. И смотрите красивый мотобол, приучайте с внуками, скорее всего, с друзьями. Ну, поверьте, это самое красивое зрелище. Еще раз повторяю, играет команда, за которую не стыдно. Сборная России одержала две уверенных победы. И вторую с командой сборной Германии, очень трудную игру, наши выиграли 4-2. И 11-0 победили голландцев, которые сегодня проводят вторую встречу. И хозяева турнира — французы, которые вот первый раз сегодня выехали на поле. Начинают голландцы. Еще раз хочу сказать, голландцы уже пробовали это поле, они уже на нем играли, поэтому им чуть-чуть полегче. Но французы сегодня первый раз проводят встречу. Ну, я думаю, было время у них потренироваться. Вот сейчас пятый номер Франции, Стефан Фрейс, переходит в центр. Мяч достается Луи Маня. Он отдает Стефану Фрейсу. Стефан Фрейс, шестой номер Грегори Гранжон, пытался пройти, но его очень плотно встретили. Голландская команда, судьи фиксируют нарушение. Назначает 16-метровый. Сборная Голландии ставит стенку.
у них своеобразный такой розыгрыш, скидка назад, проходит пас, скорее всего, надо было отдать налево, но вот был произведен удар, очень много французских болельщиков пришли на стадион, очень многие вот тут заполняют боковую часть вокруг стадиона, очень плохо видно, что происходит на поле, будем пробовать реально объяснять, что сейчас у нас там творится. Судья фиксирует нарушение. Останавливается игра. Показывает третий номер. Неправильно при помощи ноги из-за колеса отобрал мяч. Мяч передается голландцам. Но голландцам есть шанс показать сегодня, взять реванш в этой игре. Я думаю, ребята настроены играть хорошо. Игра начинается вот под вечер, прохладненько. Такой жары большой уже нету. Очень хорошее время. Рабочее время. Люди окончили работу, пришли на стадион поболеть. Вот видим, включены такие мощные современные прожектора. Потому что игра может закончиться, ну, как бы, уже с наступлением сумерек, чтобы было удобно. Очень много людей любят мотобол во Франции. Играет очень много команд в чемпионате Франции. Вот даже наш российский игрок Роман Децина выступает в городе Труа за местный клуб. Роман — лидер команды. Вот сейчас многие приходят посмотреть на его игру в составе сборной России. Ну вот очередная атака француза. Удар сдалека. Красивый удар в дальний, штанга, и мяч закатывается в ворота. 1-0, Франция впереди. Красивый сольный проход. Вот как-то голландцы это упустили, дали ему пройти. И игрок, ну, красивейшим ударом с подкруточкой вовнутрь забил гол. Голландцы не сдаются. Вот очередную, вот с нарушением фиксирует судья из Украины Роман Кулик, что с нарушением встречали игрока сборной Голландии. Назначает 16-метровую сторону Голландии. Ой, сторону Франции. Вот сейчас голландские игроки, ну, все-таки, наверное, будет бить. Разгоняется. Ох ты, перекладина спасла ворота Франции. Ну, очень хороший удар. Вратарь был бы бессилен что-либо сделать. Ну, родные стены, помоли сборной Франции. Ну, красивейший, мощный удар. Вот Франция стремительно проходит плотно через центр. Очень скоростная игра, очень скоростная игра. Очень. Вот французы как бы вот здесь показывают такую прямолинейную скоростную игру, против которой голландцы пока ничего не могут сделать. Вот практически проход, но там миллиметры не удалось забить. Вот отбор у голландцев, это восьмой номер Луи Маня. Хороший такой парень, интересный. Практически снял передачу с ноги голландцы. Парень играет в очках, это интересно вот смотреть для мотобола. Ну, поверьте мне, хороший парень, очень скоростной, такой работоспособный. Вот французы опять начинают какими-то длинными пасами, длинными перебросами, пытаясь разорвать оборону, но что-то не получается. Судьи фиксируют нарушение. Мяч у хозяев турнира, Голландия, ну, без проблем прошли они центр поля голландской команды. Ну, вот пытаются голландцы догнать, отобрать, помешать. Ой, ну, красивая, красивая игра Франции, красиво. Такие, знаете, интересные распасовочки, такое все, вот как бы, видно, команда готовилась, какие-то наигранные комбинации. Ну, красивый мотобол, я думаю, сегодня увидят. Голландцам сейчас чуть-чуть надо собраться, прошифровать вот эти многоходовки французские, чтобы не получать. Ну, хорошее вождение голландской команды.
со сборной России понравились они мне вот такими, знаете, из-за спины проходами молниеносными снимали они эти мячи, которые наши там пытались распасовать. Но сейчас вот пока французы ничего им такого не позволяют. Ну вот у голландцев были такие хорошие моменты, выход один на один. Сейчас вот поле подровняли перед их игрой. Такая прохладненькая, игрокам не жарко. Французы спокойно играют, видно, чувствуют, что класс у них выше. Вот дальний удар рядом со штангой прошел, но вратарь, в принципе, был на месте, он бы отбил. Но вот французы пытаются с разных позиций атаковать ворота голландцев. Ну, я думаю, они надеются, что сегодня у них счет будет хороший, потому что если Россия забила 11, скажешь, ну и мы сможем попробовать. Вот, борьба на центре, за центр ворот. Французский, голландский игрок сваливает игрока из Франции, у которого пошел пар. Видно, что-то там с радиатором, что-то с рукой машет. Или обжег, или травму получил. Травму, скорее всего, получил спортсмен. Подошел к нам. Степан Фрес, блессе у дуа, ла. Devant le podium, le doigt coupé pour le joueur de l'équipe de France, le numéro 5. Получил травму, сильно видно рулем ударили его, ушиб пальца большой, больно спортсмену, игра остановлена, сейчас решается вопрос по оказанию помощи. Ну поверьте, парень терпит, ну ничего, маленькая такая ситуация. Вот скорая помощь. Сейчас окажут ему помощь. Парень терпит. Вот тут все это происходит около нас. Все требует, чтобы ушли посторонние люди. Оказать, ну больно, да, бедный. Ну, поверьте, здесь играют мужчины, всякое бывает. Да больно, бедный спортсмен, но видно, между металлических частей попала рука, ну, чуть травмирован ноготь, ну, там видно следы крови. Ну, я думаю, сейчас ему оказывают первую помощь, видно, защемило, скорее всего, рычагами переключения, потому что вот французы играют на ручном переключении, на руле находится по два рычага, тормоза и переключение скорости. И, возможно, сжавшись рычаг, нанес травму пальцу. Ну ничего, жалко, конечно, чтобы он не вышел из игры, хороший спортсмен. Сейчас вот такая пауза техническая на стадионе. Сейчас ему оказывают первую помощь, уедет. Ну, я думаю, скоро он вернется, потому что, ну, в мотоболе люди привыкли к небольшим травмам. Всякое может случиться. Ну вот, оказана первая помощь. Первая помощь оказана. Зрителям интересно было все это посмотреть. Вот они аплодисментами провожают спортсмена, которого забрала скорая, окажут первую помощь. Гордятся люди, что вот такие мужчины у них есть во Франции, которые показывают такую игру. Ну вот сейчас добавится, скорее всего, время, потому что, ну, некоторое время, пока подъехала скорая, пока оказалась помощь. Жалко, конечно, что вот такие травмы иногда бывают, случаются. Конечно, только первая игра, человек настроился на его такая. Ну, мы думаем, оказывается, будет помощь, он сможет продолжить дальнейшие игры. Потому что, ну, много металлических частей на мотоцикле. И бывает, вот когда ребята, ну, знаете, такие, никто не уступает. Ну, бывают небольшие столкновения, ну, и что-то куда-то попало, скорее всего. Ну, давайте надеяться, пожелаем ему скорейшего выздоровления. Все у него будет
хорошо, и он сможет дальше вместе со своей сборной продолжать такой триумфальный победный марш, как вот они сейчас начинают играть. Вот сборная Франции возвращается. Скорее всего, будет назначен или спорный момент. Да, вот судья назначает из Украины спорный у мяча Куэнтин Флорис, Франция. И девятый номер Мелт Лойцман. Вот французская команда полностью на поле. Сейчас будет начало игры. Все. Игра продолжается. Напомню, 1-0 в пользу сборной Франции. Игра проходит в городе Вальрес. Хороший, хороший проход. И голландцы сравнивают счет. Или не засчитан? Не засчитан гол. Верите, мяч катился, вратарь за ним бежал. Ну, голландцы показывали руками, что гол забит. Но вратарь сумел все-таки Франции догнать этот мячик, который еле-еле катился. И счет остался прежним. Сборная Франции потихоньку навязывает свою игру. Не спешит. Ну вот мы видим у седьмого номера сборная Франции Канта Флорес порвался газовый тросик. Он сейчас покинул поле. Ну, у Франции есть запасные рычаги. Вот такой трудный удар, коварный, но он не попал в створку ворот. Створку ворот Голландии. Ну, вот сейчас вратарь Голландии вводит от ворот мяч. И голландцы пытаются развить атаку, перейти на сторону Франции, и там результативно закончить эту атаку. Вот шестой номер Голландии. Нек, Эверс Нек. Такой запомнился тоже хорошим шестой номер. Очень так потрепал нашу сборную России. Вот, верите, такие огромные скоростя. На таких скоростях проходит игра, что вот зрители аж даже думают, что они сейчас врежутся в ограждение, спортсмены. Но поверьте, у них очень хороший такой натренированная езда, что ребята понимают, что они делают. Ну вот сейчас нарушение со стороны сборной Франции. Фиксирует Александр Минаев, что это было нарушение. Судьи в поле остановят игру. И начинает на своей половине сборная Голландии. Вот девятый номер. Мел Лойцман пытается пройти центр поля шестым номером. Удается. Мяч у голландцев. Они играют на стороне Франции. Вот сейчас может чуть-чуть успокоиться голландцы после пропущенного гола и попробуют навязать свою игру сборной Франции. Сборная Франции вот практически по всему полю встречает и работает с игроками Голландии, не давая никакой передышки, никакой секунды на обдувание маневров. Вот судья фиксирует, что там не совсем корректно было произведено нападение на игрока, атака. Судья пока что не со стороны голландцев было нарушение. Вот французы, ну, практически спокойно прошли в центр поля. Голландцы не пытаются им оказать в этом месте какое-то либо сопротивление. Вот, знаете, такие широкие разъезды вокруг поля. Пытаются они очень широко растянуть голландцев, чтобы возможность для удара получить. Ну вот, пытались сыграть на левшу. Красиво голландцы перехватили этот мяч. С мячом шестой номер Эверс Нек. Вот он пытается пройти. Хороший заброс. Но не дошел мяч до Ноя Лейцмана.
на мыло лоцман. Лейцмана, ну не успел он к мячу, французы перехватили. Но вот опять Мэл Лейцман отобрал мяч у французов, практически не дав им опомниться. Вот знаете, такая игра, качели. То одного мяч, то другого, плотная борьба. Погода позволяет сейчас прохладненько выложиться по полной. Первые две игры проходили, конечно, в жаркой такой атмосфере. И жара была, и накалы большие. Но вот сборная России справилась со всеми этими перипетиями и выиграла две встречи. Вот судьи фиксируют нарушения, игроки не слышат, потому что они все в игре, все очень заняты. Вот напротив трибуна, вижу, опять наполнилась нашими молодыми игроками сборной. Внимательно ребята для себя изучают игры, потому что каждая сборная, у нее свой почерк. Вот поверите, вроде ну, мотобол, вроде мячик, вроде мотоцикл, а все играют в него своеобразно. Своеобразная тактика, своеобразное мышление. И вот для молодежи очень удар попал в стенку, в лицо. Ну, игрок, ничего страшного. Еще раз напомню, что мячи вот на гаревом покрытии имеют вот такое, ну, как бы налипшие остатки гарьевого покрытия, которые вот при попадании в лицо и в глаза бедным игрокам, вратарям попадают. Ну ничего, игроки это терпят. Вот сейчас в атаке сборной Голландии. Шестой номер Эверс Нек. Ну такой хороший рот. Ну вот французы отобрали у него мяч и практически контратака. Ну успели голландцы сгруппироваться. Не дошел мяч до игрока Франции, который шел... на которого шел этот пас. В принципе, он даже не успел, потому что молниеносно все. Но вот поверьте, голландцы не уступают в скоростях. Не уступают в скоростях. Быстро перегруппировывается. Такая организованная командочка. Ну, французы пытаются заново что-то либо предпринять. Вот они такими, знаете, своеобразными... в разные стороны разводами. Но вот, ну, красивый удар. В дальнюю пытались забить от вратаря дальний угол ворот. Но не получилось. Не получилось. Мяч не точный удар. Мяч у голландцев. От ворот. Ну, счет пока позволяет и голландцам, ничего не теряя, то есть иметь надежду. Конечно, с Россией было трудно. Ну вот, фиксирует нарушение судьи. Это Геннадий Вакула, Украина, фиксирует нарушение в сторону голландских ворот. Будут разводить французы. Вот я заметил, очень много мотоциклов у голландцев, ТМы. Вот просто это видно по определенной раме, алюминиевая рама движения. Ну, видно, понравились голландцам эти мотоциклы, потому что, ну, их, наверное, 4, я так думаю, в Голландии. Ну, и французов вижу несколько таких мотоциклов. Ну, это даже интереснее, понимаете, когда небольшая конкуренция между фирмами-производителями, я думаю... не качество, а вот, ну, например, рост самого производителя только пойдет на пользу для мотобола. Все, закончился первый период. 1-0. Ну, конечно, неприятное у нас произошло, что один игрок получил травму. Ему оказывается помощь. Ждем второй период. Оставайтесь с нами. Бонжур, мадам и месье, чемпионат Европы 2017 год, город Вальрес, Франция. Проходит второй
период встречи сборных Голландии и Франции. 1-0 в пользу сборной Франции. Небольшую травму получил Стефан Фрейс. Покинул поле. Это игрок сборной Голландии номер... Ой, сборной Франции номер 5. Ну, думаю, Франции это сильно не повредит для успешного завершения матча, потому что, ну, сборная Голландии считается, ну, не очень как бы сильной командой. Но пока сопротивляются 1-0, и были моменты сравнять счет. Вот Мел Лойцман, игрок сборной Голландии, пытается прорвать оборону, чтобы пройти центр поля на сторону Франции. Вот дальним таким пасом у них это очень хорошо сегодня получалось. Отдает пас третьему номеру Лойман Стану. Ну, потеряли мяч, мяч у французов. Французы проходят центр поля, отдают пас. Проход центра успешный. Седьмой номер сборной Франции. Но опять мяч выскакивает. Не получается вождение у многих команд вот на этом поле. Мяч почему-то норовит выскочить в самый неподходящий момент. Сборная Франции. Вот интересный Луи Маня. Интересный такой игрок. Восьмой номер пытался пройти, но вот французы проводят такие, знаете, мелкие перепасовки, чтобы, ну, игроки уже вообще не понимают, куда надо ехать. Ну вот красиво развернули они голландцев и навстречу отдали пас. И голландцы, получается, пролетели вперед, а французский игрок пошел. Ну, такая интересная, знаете, ну, как бы решение. Очень это, ну, просто результативность она не принесла французам. Мяч от ворот голландцы. Вот. С мячом капитан команды номер 6 голландская пытается войти на носку. Ну, вот красивые, красивые обратки, красивые такие заносы позволяют Дарьево поле проводить. Вот с нарушением аута фиксирует боковой арбитр Александр Сосницкий. Это прославленный наш вратарь сборной России и команды «Металлург», город Видное. Сейчас они вот с Александром Минаевым назначены боковыми судьями. Фиксируют нарушение прохода центра. Ну, не центра поля, а на центре поля. Сборная Франции с мячом. Ну, не со стороны мяча. Не со стороны мяча сильно ударил игрок сборной Голландии. Игрока Франции Луи Маня, вот такого интересного парня. Ну, хороший, хороший такой, вот знаете, настырный игрочок. Небольшого роста, небольшого телосложения. Ну, вот Франция проводит очередной, ну, поверьте, поверьте, практически один на один бил. Ну, попал во вратаря француз. Голландец в прыжке таком бежал на ворота. Если бы он ушел в сторону, противоположное движение, ну, вот. О, какая скорость, как хорошо голландцы, вот верите, такие скоростные вот у них атаки, вот такой переброс с одной части поля на другую, и он на полном газу влетает и пытается взять этот мяч, ну чуть-чуть не получилось, но смотрится это очень красиво. Вот такая борьба, падает голландский игрок, судьи считают без нарушения. Ну, конечно, жесткая игра. Опять падают два игрока, из них один французский, голландский. Но вот никто не хочет уступать, поверьте, никто никому не дает проехать, поэтому скоростя, поэтому контакты. Ну, хотелось, конечно, бы не хотелось, чтобы травмы получали игроки. Наверное, чуть-чуть надо подуспокоиться, потому что один уже игрок травмирован. Зачем это надо в начале чемпионата получать травмы? Просто вот эти ненужные как бы стычки, которые, ну, приводят к травмам, они неуместны. Судьи фиксируют, что
Вот игрок не может завести мотоцикл. Образовалась такая пауза. И судья дает зеленую карточку игроку Голландии. Это седьмой номер Карло ван Гельдроп, который нарушил правила. Его сейчас удаляют зеленую карточку на 2 минуты. И команда Голландии играет в меньшинстве. Ну, французы, скорее всего, сейчас попробуют быстро этим воспользоваться. Потому что в мотоболе играют 4 игрока. И если один уйдет, то это очень, как бы, такое прослабление какой-то зоны, в которой, ну, уже получается своеобразная дыра. Ну, вот, да, дальний удар французов. Перекладина. Мяч практически, ну, выскочил вверх от перекладины. Французы начинают заново свою атаку, потому что время идет. 2 минуты проходят быстро. И вот пасы-пасы, не получилось. Защита перекрыла. Мяч у вратаря. Такой заброс делает он вдоль угловой линии. Успевает Мел Лейцман взят мяч, но вот опять считает, что он пересек боковую линию, когда вратарь ему кинул и подхватил мяч. Мяч передается французской команде аут. Аут мотоболи, вы видели, как вводится? Вводится из-за боковой линии игроком, а второй игрок должен стоять на поле. Остальной розыгрыш является неправильным. Вот сейчас французская сборная с нарушением разыграла этот мяч, и судья передает мяч. То же самое теперь будут делать голландцы. Напоминаю, игрок должен, отдающий пас, должен находиться полностью за линией аута, а игрок, которому дается пас, должен находиться на поле. Вот таковы правила. Французы пренебрегли и потеряли мяч. Вот голландцы пытаются опять-таки возобновить атаки, перейти на сторону в меньшинстве. Пытаются забить. Им это удается, потому что время уходит на пользу голландцев. Ну вот, игрок Голландии снова в строю. Снова он выезжает на поле. Время штрафной закончилось. 1-0. Впереди Франция. Розыгрыш свободного. Судья просит удалиться игроков на 9 метров, что требует правила. Чтобы мяч должен коснуться земли, только тогда и игроки смогут его касаться. Вот борьба. Практически на месте остался мяч. Два игрока как клюшками сцепились. Ну, считают, что голландцы провели с нарушением. Мяч у французов. Французы быстро разыгрывают и практически на плечах голландцев вносятся в штрафную. Но не получается. Не получается забить очередной гол. Голландцам удается пока справиться с натиском Франции. 1-0, чемпионат Европы. Голод, город Вальрес, Франция. 2017 год. Вот, ну опять, ну молодцы голландцы. Вот на таких скоростях проходят центр, не останавливаясь. И вводят заблуждение игроков, которые не понимают, что такой скорости надо делать. Ну вот, зажигают, как говорится, судьи флажок. С нарушениями голландцы. Проходили игроков. И поэтому мяч отдается сборной Франции. Сборная Франции на своей половине пытается пройти половину. На половину Голландии. Ну, такая, верите, жесткая борьба. Конечно, тут вот, ну, очень трудно не получить, ну, как... Очень трудно контролировать действия, потому что все на таких огромных скоростях. Все друг друга блокируют, все водят, все крутят, рвут оборону. Блокировка со стороны Франции, игрока, не владеющего мячом. И французы голландцы начинают со своей стороны. Половины поля. Ну, французы пытаются перекрыть уже до центра поля все возможные ходы и выходы. Ну, голландцам удалось пройти центр. С мячом капитан команды.
организовывается атака. Капитан команды Эверс Нек. Вот он отдал пас Мэл. Потеряли французы плотно, как в клеще зажали игрока, отобрав мяч. И сейчас пытаются вот с угла поля пройти центр. Удается. Вот седьмой номер Франции. Вот он на скорости. Удар. Гол. Красиво. Ну, голландцы не успели. Буквально он на спинах ехал. Голландцев, те ехали, оборачивались, куда он поедет. Конечно, они не успевали, защитники, ничего сделать. Вот они, скоростные проходы. И вратарь тут бессилен был уже, потому что мяч мог куда угодно лететь и куда угодно изменить направление. 2-0, Франция впереди. Конечно, чувствуется вот такой настрой французской команды. Он такой, знаете, агрессивный, но он очень поддержан хорошим мастерством, такими отработанными комбинациями. Тренерский состав подобрал, скорее всего, с клубов пары, которые уже друг друга понимают. Ну вот и вождение хорошее, и скорости, и гаревое покрытие вообще им не мешает. Такие красивые дальние разбросы мяча. Голландцы не успевают буквально. Вот едут просто к воротам по центру, не успевают уже гнаться за игроком Франции, перекрыть какой-то этот пас. Очень, потому что пасы длинные такие, очень хорошие, точные. Ну, интересная вот игра команды Франции. Я думаю, интересно будет очень посмотреть со сборной России. Я вам советую, вот просто советую зайти на сайт promotobol.ru и оплатить эту игру и посмотреть. Я думаю, вы не пожалеете. Потому что с немцами она была какая-то, ну, такая вязкая, знаете. А вот французы показывают такую интересную, знаете, многоходовую игру комбинационную. Она у них вот так вот легко получается, что видно, что этим не просто вчера там позанимались или позавчера там, да, тренировались. Но видно, что вот команды это... В командах это давно проводились, они друг друга понимают. И вот такие красивые, четкие комбинации, я думаю, очень потрепят оборону России. Ну, голландцам кое-как удается пройти, но вот очень-очень плотно их встречают французы. Два игрока тут же, как бы перекрывая друг друга, закрывают весь, любые... Ну, вот остается просто выкинуть, куда-то ударить и потом попробовать забрать, но... Поверьте, катаются французы точно так же, не хуже голландцев. Держатся в седле мощных коней. Вот своеобразный, знаете, такая, наверное, мода начинает. Я вот обратил внимание, что вот голландцы отобрали у французов мяч и пытаются вот на большой скорости пройти. Ну, любое замешательство, то тут же французы отбирают мяч. Вот преимущество голландцев только скорость. Как только не останавливается, уже французы тут же перекрывают все ходы и выходы. О чем я хотел закончить? Вот очень мне понравилась сейчас новая мода — цветные спицы. Вот смотрю, у многих игроков Франции передние колеса заспицованы красными спицами. И вот игрок номер 5 Стефан Фрейс, который покинул за травмы поля, у него оба колеса были проспицованы красными спицами. Ну, поверьте, смотрится интересно, очередная какая-то фишка, которая, ну не знаю, приживется, не приживется в мотоболе. Вот французы пытаются провести атаку, бьют сдалека, но попадают в защитников. То есть наносят с разных уровней атаки удары, не обязательно. Вот очень хорошие французы, ну очень. Вот восьмой номер мне нравится, седьмой номер. Ну, поверьте, каждого тут можно хвалить, но я думаю, очень красивая игра будет со сборной России. Вот знаете, такие молниеносные, такие вот, ну, я не знаю, очень... Физические данные хорошие видно, потому что ребята крутят этот мотоцикл, вовремя разворачиваются, все это на хороших скоростях. Ну вот опять очередная встреча, очередное падение, потому что, ну поверьте, очень большие скоростя, но не успевает. Кто-то увернуться, кто-то уйти, кто-то затормозить, и происходят такие контакты, после которых игрок, ну, просто падает, поле позволяет не получать травмы, оно такое мягенькое, земляное, образно политое. Вот французы
бьют штрафной, и все игроки несутся в сторону ворот. Вот поймите, тут не понимаешь, что будет, как будет, пас будет, удар. Вот все четыре игрока, и все разгоняются и несутся в сторону ворот. Ну вот, быстро пролетел второй период. Команды уезжают на перерыв. Смотрите про мотобол. С нами интересно. Бонжур, мадам и месье. Мы на сегодня встречаемся на третьем матче сборной Франции, сборной Голландии. Сейчас мы увидим третий период. Ведется счетом 2-0 команда сборной Франции. Начинают период голландцы. Команды поменялись полями. Вратари сменили ворота. И теперь голландцы, отдохнувшие, пытаются что-либо изменить со счетом, потому что проигрывать им, конечно, не хочется. Но французы так жестко, вернее, плотно, не жестко, вот плотно атакуют, что не дают вообще им ездить без какого-либо опеки. Ну вот, хороший проход был, но мячик соскочил вот при размахе, потому что гарио покрытие, оно вот неровное такое. Мячик подскакивает, и вот когда игрок, нанося удар, относит ногу от мяча, он бывает, производит своеобразный кульбит, и при нанесении удара уже мяч может подскочить, и удар получается, ну, не такой, как он должен быть, и просто мяч может выскочить назад. Вот сейчас не удалось голландскому игроку, ну, вроде проход хороший был, но вот он не справился с этим ударом на скорости, и мяч просто так отскочил. Вот сейчас маленькая потасовка, два игрока пытаются там кто у кого отобрать мяч, другим игрокам запрещается подъезжать к ним, и поэтому судья решает, что хватит, будет, скорее всего, установлен свободный удар, что и происходит. При свободном ударе игроки становятся друг против друга, судья поднимает мяч, опускает, ну, бросает его на землю. Только после касания мяча земли игроки могут бороться за него. Вот такой интересный момент. Вот французский игрок выиграл и практически пронесся между двух голландцев, которые не смогли ему составить конкуренцию. Ну, французы, третий номер французов. Джезон. Нюза пытается найти вот возможность пройти. Ну вот, выхватывает. Французский, ну не получилось, конечно, такая контратака, потому что он практически мог один на один. Но французы быстро развернулись. Игроки на такой полной скорости успели перекрыть ему все траектории. Ну и вот борьба за мяч, которым овладели французы. И на большой скорости вот они проходят центр. Седьмой номер. Конта Флорес пытается вот разрушить такими маневрами оборону голландцев, чтобы они допустили какую-то оплошность, открыли какую-то зону. Ну вот пас был навстречу. Вернее, пас был в сторону. Два игрока, двеся. Луи Маня, ну, не получился удар. Ушел он далеко от створки ворот. Ну, такая, знаете, хорошая комбинация, которая позволила нанести спокойный удар. Ну, вот опять очередной прорыв голландцев. Опять все перехватывают французы. Как бы они далеко не пытались ударить, как бы сильно, как бы на скорости. Но французы все читают, все успевают. Очень трудно голландцам сейчас что-либо предпринять. Ну вот единственное, французы, ну, не забивают, да. Вроде везде они успевают, все перехватывают. Вот завершение атаки пока не получается. В центре поля игра проходит, ну, можно сказать, очень успешно.
голландцам никаких шансов не оставляет. Но вот завершение атаки, конечно, бы улучшить надо бы, потому что результативность такой. Ну вот сейчас определенный затор, определенный судья фиксирует розыгрыш. Ну, французы разыгрывают мяч, потому что, видно, со стороны голландцев было нарушение. Вот сейчас шестой номер Стефан Фрейс пытался нанести такой удар, но не получилось. Мяч у вратаря голландцев. Вот он далеко пытается выбивать, но это далеко, не очень далеко получилось. Наш Александр Сосницкий гораздо дальше выбивал до центра поля, поэтому... Ну, как бы все это на этом и закончилось. Судьи фиксируют нарушение. Со стороны, скорее всего, французов было нарушение. Нет, мяч остается у французов, значит, голландцы нарушили. Потому что тут очень трудно, очень много людей стоят вдоль бровки поля. Очень плохо все видно. Вот французы, ну, в принципе, без проблем проходят центр. Все на таких больших скоростях. Такая резкая, знаете, открытие заслонки. Старт резкий, потом молниеносная остановка. Игроки включают очень большой такой темп. Ну, не всегда он такой, знаете, вот зрелищный. То есть вот они разогнались, стык где-то остановились. Атака затихла. И все заново начинается. Опять французы. Опять растягивает оборону Голландии. Опять разгон. Опять торможение. Опять пробка. Ну вот такой, знаете, коварный в обводной удар наносил французский игрок Луи Маня. Но голландцы прихватили. Вот второй номер Голландии. Ну вот верите, как спидвей на огромных скоростях ребята насовятся. Вот опять очередной затор, то есть разгон, куча мала, разгон, куча мала. И вот они опять пытаются с этой кучи выехать, тратят силы, энергии, время. Ну, пока счет позволяет французам спокойно доигрывать этот период, то голландцам, ну, это неинтересно, потому что им надо что-то предпринимать, потому что надо выравнивать счет. Забивать голы. А вот это езда, кто бы... Ну вот, удар. Удар французов. С острого угла хотели зайти, но не получилось. Ударили не в створ ворот. Мяч ушел на угловой. Вернее, голландцы... Мяч ушел на угловой. Голландцы опять пытаются... Ну, какую-то придумать комбинацию, которая бы позволила им... Распечатать ворота французов. Ну, мы видим тоже и, с игре, и по игре со сборной России. Голландцы не забили ни одного гола. То есть, ну, какие-то ударные были там композиции. 16-метровые такие, ну, прям хорошенькие летели. Но вот игровой момент у них, конечно, хромает. Вот они и не смогли размочить счет и с Россией, но вот и с Францией показывают, что как бы, ну, попытки какие-то нанесения удара по воротам происходят, но результативность очень низкая. Вот французам удалось два гола забить, а голландцам пока трудно. Но вот французы с мячом пытаются, знаете, так на скорости прорваться дальним пасом. Вот красивый для мотобола момент, когда мяч отдается пас под удар головой. Француз его нанес. Ну, он был не очень сильный такой. Не очень сложный. Вратарь с ним справился. Вот голландцы от ворот. Пытаются пройти центр поля. Французы контролируют все. Ну, удалось, удалось, удалось. Но... Вот красивая борьба прямо около зрителей. Зрителям это нравится. Такие, знаете, развороты мощные, которые вот кидают кучу песка
зрители разбегаются, потому что, ну, бьет их по ногам ограждение. Вот, все это происходит около зрителей. Зрители прям вот в метре от себя видят вот эту борьбу, эти скоростя, вот эти контакты. Им, ну, интересно практически, как бы они на поле получаются вместе с игроками. Но вот эта несущая куча песка из-под колес, которая бьет им по ногам, заставляет их быстро отбежать от забора. Ну, люди опять на место становятся, потому что игра интересная. Вот верите, вечером вот под лучами прожекторов, ну, мотобол интересен, прохладно, люди не спешат уже никуда. Они окончили свой трудовой день и пришли насладиться вот такой красивой игрой. Ну, очень большие скорости. Очень хорошо, что вот голландцы, знаете, не сдаются. Вот они борются, такие большие скорости, такое движение. Вот кто сегодня, например, не стал смотреть промотобол.ру, не стал вот этот матч смотрел, ну, я думаю, зря вы это сделали, потому что, знаете, такое, ну, очень такая энергичная игра, не хуже остальных. Вот поверьте, зря вы недооцениваете голландскую команду, но хорошие ребята, никому не уступают и физика, и вождение. Мы, ну, вот чуть-чуть что-то не получается по завершению атаки, нет такого ударного лидера в команде, но очень красивая игра. Такие скорости, вот какие любят зрители. Вот это, знаете, фонтан из-под заднего колеса. Ну вот сейчас 16-метровый будут бить французы в сторону команды Голландии. Время показывает судья. Вот разгоняется французский игрок, восьмой номер, наносит, ох, красивый удар, но чуть-чуть он близко, недалеко от вратаря, ну, шел мяч, он успел его отбить, если бы, конечно, подальше. Неаккуратно приземлился вратарь, жалуется на ступню, видно, вот он в прыжке как-то подвихнул ногу, судья вот сейчас подошел к игроку. Ну, поверьте, очень большое внимание уделяется безопасности игроков. Вот сейчас он интересуется, сможет ли он играть, может произвести замену, как он себя чувствует. Ну, поверьте, в мотобол играют настоящие мужчины. Вратарь показал, что все нормально, хотя видно, что чуть прихрамывает. Вот он прыгает, но остается в воротах. Как он может бросить свою любимую команду в такой трудный момент, когда еще не все потеряно? Конечно же, он будет стоять до последнего. Мотобол играют настоящие мужчины. Ну вот, на скорости распасовка. Ну вот, французы забивают справа угла. Вот отдает пас на угол. Может, вот эта травма небольшая как-то повлияла, что вратарь, ну, не успел он среагировать на этот мяч. 3-0, Франция впереди. Играет такой хороший духовой оркестр, поддерживает свою команду, приятные мелодии. Но голландцы не сдаются и хотят показать, что все-таки они серьезная команда, и не надо с ними просто так играться. Вот очередное нарушение, я же говорю, просто очень много свистков, потому что очень плотно играют и французы, и голландцы. Верите, вот мяч не успевает тут катиться, потому что его все время кто-то пытается отобрать. Ну вот красивый вечер такой, красивое небо, люди добрые, никто никому никаких претензий, как вот, знаете, вот красивый удар голландцу, но опять неточность. Вот видно, ребята, ну, не работают над ударами, которые бы приносили им результат. Ну вот просто сильный удар в сторону ворот, который выше перекладины на 2 метра пролетел. Ну что, это не так сложно ни для вратаря Франции, ни для любого. Поэтому, чтобы забивать, не обязательно хорошо ездить на мотоцикле. Надо поставить удар, вот как у наших игроков сборной России. Я думаю, многому у наших можно поучиться. Силе, красоте, точности. Вот французы опять на большой скорости проходят. Но поверьте, матч такой скоростной очень. Вот Очень большие скорости. Конечно, есть какие-то помарки, какие-то мелкие нарушения, которые становят игру. Но вот вся игра и проходит. Свисток, остановка.
комбинационность больше показывают французские игроки. Вот опять они, такой навес, опять удар головой, уже мы второй раз видим за все сегодняшние три матча, вот только в исполнении Франции. Ну, разнообразно играют ребята, молодцы. Вот представляете, очень трудно просчитывать их действия. Ну, вот голландцы, очередной проход, очередная работа игроков Франции. Ну вот, выход. Ну вот, остановился. Ну что ты остановил? На, пас хотел отдать. Пас хотел на дальнюю штангу, но защитники перекрыли. Вот тут же контратака французов. Скоростная. Ну, поверьте, сейчас очень хороший мотоцикл у голландцев. ТМ. Вот я вижу, просто они просто догоняют. Франция забивает четвертый мяч. Вот просто вот скоростной такой проход. Защита не успела сгруппироваться, потому что игрок несется у тебя за спиной. 4-0. Франция показывает хороший результат. Ну, не знаем, посмотрим, смогут ли они российские достичь показателей. Единственное, вижу, что голландцы догоняют все скоростные атаки, благодаря, наверное, мотоциклам ТМ. Потому что, ну, совсем не уступает. Вот видно скоростные такие проходы, очень мощно. Ну, а вот в защите не успевают сконцентрировать внимание на игрока, владеющего мячом. Ну, вот очередное нарушение. Франция ставит стенку. Ну, вот, ребята, ну, аккуратнее, голландцы. Ну, постарайтесь забить. Ну, зачем так вот просто пинать абы куда сильно и расстаться с мячом. Надо вот третий номер Голландии. Разгоняется. Удар, ну, хороший очень. Обштану отскочил, вернее, вратарь отбил Обштану, а так бы мог заскочить ворота. Но вот это уже более-менее, какой-то более-менее результативный удар. Судьи фиксируют окончание периода. Fin de la troisième période, l'équipe de France est bien mieux dans le motobot. 4-0, впереди Франция. Avec ses buts à l'instant. Бонжур, мадам и месье. Чемпионат Европы. Третья игра. Город Вальрес, Франция. 31-й чемпионат Европы 2017 года. Встречаются команды Голландии и сборная команда Франции. Команда Франции забила 4 безответных гола в трех периодах. Сейчас завершается четвертый период. Матч проходит в городе Вальрес. Напоминаю, чемпионат Европы будет проходить в двух городах. Первый этап пройдет в городе Вальрес, второй рядом здесь 30 километров, город Камарет. Чем отличаются эти два города? Очень небольшие города, которые, вот, проезжая мимо них, я наблюдаю огромное количество площадей винограда. Люди занимаются виноделием, такие небольшие ресторанчики. Люди очень много выращивают винограда, скорее всего, для виноделия используют, поэтому такие вот, знаете, интересно, мотобол и виноград. Ну, такое интересное сочетание. Горет такой сладкий, горький привкус, который нравится людям, которые здесь живут, ходят на мотобол. Вот сейчас мотобол проходит при включенных прожекторах. Я думаю, и в России можно пробовать такое делать, потому что, ну вот, прохладненько, люди пришли с работы, спокойно отдыхают. Вот это же все для души, болеть за свою команду. Все, вот знаете, переживают, всем нравится красивая игра. Многие фотографируют, многие скандируют. Такой местный маленький оркестр, который играет вот такую приятную музыку. Вот такой приятный праздник, очень хороший. Ну вот очередной удар французской команды сдалека. Но голландский голкипер на месте. Вот он при такой неудачном прыжке получил такое, ну, небольшое, ну, или растяжение, ушиб с
стопы и тут же получили голландцы гол. Ну, видно, не успел. Ну, сейчас, я надеюсь, за перерыв вратарь привел нормальное состояние, свою травму. И вот пытаются они тоже наносить. Ну, вот не получается у голландцев такие, вот знаете, удары, как бы. Ну, вот все хорошо. И отбор, и скоростная работа, и распасовки. Ну, вот завершающий удар, конечно, надо поработать. Потому что вот сколько они уже вторую игру проводят, но в сухую не могут ни одного гола забить. Вот сборная Франции, она, вот знаете, играет такую комбинационную, такую интересную игру, завершающую, пускай не сильными ударами, но вот распасовки такие, которые вратарь не успевает добежать, принесут. Ну вот огромные скоростя, поверьте, вот эта игра чем запоминается? Таких на огромных скоростях обе команды двигаются, вот распасовки, вот такие финты красивые очень, позволяют вот гаревое покрытие делать. Поверьте, зрителям очень нравится, они проносятся мимо вот ограждения, около которого полно маленьких детей с колясками, юноши, молодежь пришла, болеет. Вот я не знаю, сколько такой маленький городок и столько таких любителей, очень большое количество мотобола. Ну, чемпионат Европы, это, конечно, такой праздник мотобола, который, ну, собирает, наверное, с окрестных городов. Вот, поверьте, города такие маленькие, очень красивые. Я вот, ну, смотрю, так все аккуратненько, все убрано. Никто никого не заставляет убирать мусор. Никто никого не заставляет не бросать окурки, поверьте. Я всего одну машину видел полицейских, которые ехали по каким-то делам. Ну, а люди вот относятся к своей стране, к своему месту жительства, вот, знаете, с таким с уважением. Аккуратные улочки, аккуратненькие такие тротуарчики, плиточка. Городок маленький, очень маленький. Ну, поверьте, вот все так с душой. Вот люди сидят, отдыхают, приветствуют. Никакой агрессии ни к нам, как к россиянам, ни к кому нету. Поэтому, ну, нечего нам делить простым людям, труженикам. А вот нам, как говорится, поработать и дайте отдохнуть, да, вот после работы нам, чтобы было. И вот это позволяет сделать сегодня во Франции чемпионат Европы по мотоболу. Во Франции, поверьте, не менее его любят, как и футбол, как и остальные виды спорта. Поэтому приходят, болеют, ходят молодежь. На этом чемпионате Европы вводится ношица. От проход французов, пас на дальнюю штангу ворот, и оттуда молниеносно вылетает французский игрок и забьет 5-0. Ликует Франция, ликует молодежь, вот трибуны машут флажками, очень много флажков. Продается от трибутика, люди это покупают. Видно, что люди, вот, ну, покупая вот эту атрибутику, помогают клубу, помогают мотоболу. И все хотят быть немножечко причастны. Вот это очень тоже присутствует в Ипатовском клубе. Очень много на трибунах зрителей, которые, покупая символику, поддерживают клуб. Все любят мотобол. Но я думаю, в Ипатово было зрителей в раз 5 или 10 больше. Но все равно, я думаю, несколько тысяч здесь присутствует население. Игра, вот поверьте, прохладненько, под фонарями. Мне самому очень приятно комментировать этот матч. Французы, ну, без лишних таких затрат энергии проходят центр, показывают красивое вождение мотоцикла. Вот под лучами прожекторов, знаете, так блестят эти никелированные детали мотоциклов. Вот прохладненько, стоишь спокойно, но очень приятно вот вечером, красиво. Я думаю, вот если у нас в следующем году, в 2018 году, в городе Ковро планируется проведение чемпионата Европы, я думаю, надо это вот учесть организаторам. Ну, просто, ну, красивый, зрелищный получается при огнях такой вид спорта. Вот ребята пытаются, голландцы, как только небольшое замешательство, французы тут же перехватывают мяч и уже контратака. Ох, какой хороший, да, хороший удар был нанесен французским игроком. Но жалко для зрителей, удар был не точен. Мяч прошел в стороне от ворот. Но зрители это еще больше подзадоривают. Они поддерживают свою команду. Но вот видно, очень хорошая подготовка
вот именно на мотоциклах. Ну вот нет завершающих ударов у игроков. Хотя вот второй номер в Голландии такой, знаете, крупный парень. Он борется, работает. Ну, я думаю, если он под чуть-чуть займется своими ударами. Ну вот французы выхватывают пас. Пас! Ай! Вышли, распасовали. Вратарь уже чуть ли не уворачивался, ждал сильный удар, но не получилось. Вероятный удар, он такой, знаете, перекидывающий попробовал сделать через вратаря, и вратарь его легко отправил на угловой. Вот, французы на центр подали седьмому номеру, это Куэнтин Флорес. Ну, не смог он ударить, нанести такой хороший удар, просто вот. Ну, произошел толчок мяча в сторону вратаря. Мяч у сборной Голландии. Пытаются они пройти центр. Но французы тут же возвращаются назад. И практически на территории Голландии пытаются, на половине поля Голландии пытаются отобрать у них мяч. Ну, вот верите, прессинг получается уже по всему полю. Голландцы, бедные, уже ну, не понимают что-либо, что им надо сделать. Французы с лета отбирают у них мяч, не успев коснуться голландцев, и уже такую разящую атаку проводят в сторону Голландии. Вот очередной отбор, очередной центр, очередной пас. Ну, такие, знаете, пролетают мимо машины, блестящие в лучах фар, вернее, прожекторов. Ну, красиво, красиво. Вот вечером мне очень понравилось сейчас мотобол. Верите, у них вот такое покрытие, светлое поле. Все это вот так вот. Ну, не черный асфальт, а вот это гаревое покрытие. И все приятно смотрится. Вот французы раскидывают, заходя с центра на ворот, раскидывают по краям на пасы, поэтому голландцы не успевают или прикрывать этот пас, готовиться, или если вдруг ты сейчас чуть сместись, а игрок может пойти по центру. Ну, вот фиксирует арбитр из Украины нарушение. Не предоставили коридор игроку Франции. Но это вот такое расстояние между двух игроков, которое должно позволять свободно проехать игроку. Если два игрока сближаются рядом и не оставляют коридор, это фиксируется как нарушение. Для атаки игрок должен иметь место. Вот, четвертый номер Франции разгоняется. Удар вот такой, знаете, в стиле Владимира Царева. Вот, внутренней частью стопы он его подкручивает, ну, в угол, верхний угол ворот. Ну, вот, французский игрок пытался, ну, очень как-то неуклюже. Он практически по центру ворот для вратаря не предоставил, ну, никакой трудности. Вот, голландцы пробуют опять растянуть. Но французы, вот, верите, как назойливые мухи рядом, не дают ничего сделать игрокам из Голландии. Очередной отбор, мяч у французов, опять зрителей напугали эти столб песка, который несется из-под колес. Ну, зрители тут же возвращаются на место, радостные, довольны, что они тоже как бы поучаствовали в игре. Ну, голландцам остается только отбиваться, вот знаете, такие прямые проезды, заторы и все. Не дают французы ничего. Вот, вот очередной проход, очередная ошибка. Опять французы на мяче. Опять французы все отобрали. Но вот хороший такой дриблинг показывает. Французы, верите, они только раскатываются. Только раскатываются. Вот Дэвид Ферьер. Такой вот второй номер. Очень понравился сейчас. Так, ну, знаете, напористо, на такой скорости он все это проделал. Очень красивый получился финт такой. Но опять считают, что было нарушение. Показывают, центр поля прошли неправильно игроки Франции. Мяч на центре поля у голландцев. Просят игроки, чтобы отодвинулся игрок на 9 метров положенный. Очередные попытки прорыва. Очередные. Вот как только приостанавливаются голландцы, французы тут же на них со всех сторон налетают, как говорится. И бедным остается или уехать пытаться назад, или пытаться провести какой-то финт, который, ну, не всегда успешен.
Вот мяч у голландцев. Ну, попытались они что-то. Сейчас там какой-то пас дальний. Ну, игроки рядом. Мяч поднять не удается. Опять очередное столпотворение. Я и как только... Вот голландцы разворачиваются, французы тут же сидят нахуй. Ну вот сейчас вроде какой-то проход, но опять разворот, опять вождение. Но голландцы вроде водить умеют, но вот бывает это лишнее. Вот можно было попробовать нанести удар. В мотоболе швед главное, кто забивает больше, а не кто красивее ездит. Поэтому надо заниматься, скорее всего, над завершением атак. Вот как французские игроки, которые уже пятый безответный мяч забили ворота голландцев. Судьи фиксируют нарушение. Блокировка. В мотоболе точно так есть блокировка. Поэтому это сразу происходит остановка игры. И мяч придется команды против какого игрока. Это нарушение было. Вот. Красивый заброс. Пустое место. Вот. Один на один выходил, но тут защитники, честно, голландцы, вот они вообще не уступают ничем мотоциклы. Видно, хорошие мотоциклы, но они просто вот догоняют их, даже пропустив старт игрока Франции, вот практически, ну, вылетают. Вот опять дальний красивый французский пас, такой, знаете, от одной половины ворот в другой, ну вот. Голландский защитник головой изменил траекторию полета. Мяч, ну, не достиг, кому он шел пас. Опять очередное нарушение. Потому что, ну, очень трудно на таких скоростях, еще раз говорю, как-то, ну, адекватно проводить работу. Потому что, ну, очень большие скоростя. Красивая игра, вот поверьте. И для французской сборки, и для голландской. Ну, вот если бы голландцы еще могли забивать. Ну, вот опять проброс. И опять французы перекрывают все и перехватывают этот мяч, потому что они вдвоем идут на мяч. И если один голландец что-либо успевает, то французы быстро. Вот сейчас пас такой в стиле Металлура, знаете, с центра поля. Ну вот голландцы опять сняли мяч. Нет, французы, удар, штанга. Ну очень сильная штанга. Очень сильный такой удар в штангу. Аж пошатнулась штанга. Зрители аж так ахнули. Все хотели, чтобы мяч влетел в ворота. Команда добила еще один какой-нибудь красивый гол. Ведь, я думаю, все гордятся своими игроками. Будут брать автографы. Будут стараться, чтобы все, что полагается, все вот эти команде добрые слова за такую игру. Все будут сказаны. Ну вот опять французы не дают вообще. Как только голландский рок развернулся, сразу французы наваливаются, как говорится, и происходит отбор мяча. Вот четвертый номер. 1-1. Удар и гол. Вот после какой-то заварухи никто не понимает, где мяч, кто его заберет, толкаясь. Четвертый номер получает мяч и на огромной скорости, проходя. Ну и хотя защитник сидел на хвосте, вот он в ближний угол ворот нанес шестой удар. 6-0. Закончился период, матч 6-0. Выиграла команда Франции. Ликуют зрители, машут флагами Франции. Он похож на российский флаг, вы знаете. Ну, голландцы молодцы, конечно, ребята не сдавались до последнего, пытались бороться, пытались как-то выправить ситуацию, но все равно французские игроки смогли забить в конце уже, как бы под занавес, шестой гол. И тем иначе 6-0, Франция победила, люди потихоньку, но не бегут. Наверное, сейчас придут своей команде, будут ее поздравлять, не покидают стадион. Хороший вечер сегодня, хорошее начало первого дня чемпионата Европы по мотоболу. Город Вальрейяс. Напоминаю, игры будут проходить в двух городах, Камарет и Вальрейяс. Игры очень интересные. Смотрите вместе с нами, мы для вас транслируем мотобол. Про мотобол.ру, где вы можете заказать любую игру, которую вы хотите посмотреть, оплатив ее.
и провести с нами приятный вечер. Для вас вот старается команда Promotable.ru. Вот команды сейчас производят такой, вы слышите, наверное, и видите, как ликует стадион, приветствует своих игроков. Игроки вот едут, это ритуал такой, который соблюдается всеми командами на любых соревнованиях, когда игроки приветствуют зрителей, благодарят их, что они вместе с ними. Все же для зрителей. Команды провели красивую игру. Матч закончился в пользу команды Франции 6-0. Франция впереди.